Так, целом, типа, много было слака. Валк, а чего у нас Валк сдох? От этого, да? Вот, ну, его не прохилили как раз. Потому вот что там осколки, Годлик. Второй раз он, два раза сдох. А первый раз-то понятно чего. То есть второй раз. Там два раза было, не? Два раза он сдох, я не помню, от чего первый раз сдох. А, может быть, его пришлепнуло. Ну, взглядом, по-моему, на это. Ну, взглядом на Валку тоже выпрыгнул. Так, банану дали, там накидали ГПш, по-моему, еще гляну. Там какая карта Реджа есть, можешь потестить Редриком Рос. Так, ну, слушай, снимаем, даже, 100, даже не хочет, потому что у меня сильно там пробило. 50. Ну да, бананы 150 дали за трай, нормально. А блин, люди вообще, я смотрю, расслабились, типа под лучи лезут. Это что на пол? Давайте, ребята, соберитесь нормально, блядь, давайте быстро убивать уже. Все, поехали. Гудлик лужи пуляет, да? Ты хорошо, да. Сейчас. Ты уже опять зацепил. Валк. Да, да, Валк. Ничего страшного, уже. Уберите трое моба. Прохил приеду, да. Милики, смотрите, просто чтоб этот, чтоб не лутать тупой урон в плане того, что на вас бросается крест и взрываетесь. Агро, агро, забери, 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 забери. Там берса на нем, видишь? Надо снимать. Чтоб... Да, пусти кассера. Походу моба проебали. В милизону, а потом только бейте РДД. Можете дотки накидать, но не бить, блядь, сильно, точно ударами. Либо под напулом хуярится. Так, крипат, на тебя что-то накинули. Крипат, выбегай. Это прохилить надо. Все, все, нормально. Нет, там на нем и то, и то. Слышишь, донт? Нужно как-то настроить ДБМ. Справа лужа, аккуратно. Чтобы что? Двигайтесь за печенье. Сейчас. Добьем уже этот. Короче, чтобы он, оно, ну, ставил метку крест не когда появляется дебаф на человеке, а когда босс в него кастует уже. Вот можно так настроить вроде. Кстати, тут заебись вару танчится, когда под салом, блядь. Нормально. Для паладина тоже нужно просто оставлять этот. Ну я же сколько раз танчил, у нас никто не умирал. У нас прям все хилы попадали. Локи, зараскиньте сас по хилам на всякий случай. Добейте меня. Она идеально висит уже. Угу. Вводите туда его. Степаныч, забери, вводи оттуда. Все. Кастеры по большим, мильки по мелким играйте, мобам. Близко к боссу не бегайте. И тяжелое вообще никто из миликов не бьет. Даже не подходят. Кастеры тоже к нему не подходят. Только танк забивает ослабление, все. Одним ударом танк тоже, без автоатак. Все, отходи от него. Лучи аккуратно, отошли от лучей. От лучей отошли, отошли, отошли. Душа еще фон ДП. Ну, блядь, мягко. Ну, сука, ты не видишь, что луч тебя идет нахуй. Поднять его. Берю. Брос, погнали. Лучи, аккуратно, лучи, отошли, отошли, отошли. Да я прыгаю на этом теле. Забафайте его. Забежались. Быстрее, быстрее оба. Подушающий. Давайте. С портала прыгаем. Чувак, кастер по щупальцам играем. Невер завис. Что невер? Завис. Заебись, блядь. Лучи аккуратно. Лучики аккуратно, как отошли, отошли, отошли. Удушающие. Сбили удушающие. Диспельте всякую хуйню там, пожалуйста. Все, убегай туда, там луч. Ты иди, крестик. Куда ты хочешь, чтобы я шел? А кто писал? Палок поставь или тотем? У нас два портала, блядь, свободных. Невер, ты еще в игре, нет?
Кто-то писал других портал. Ты в игре? Нет, у меня просто картинка зависла. Готовьте, 10 секунд. Готовьтесь, если хотите, ребята. Так, тогда я побегаю по порталу. Выходим, 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 выходим. Я с дальней стороны стоял. Сколько вы снесли ему? 78. Ну, мало. Нужно больше людей. Я сейчас забегу тоже. Удушающие ищем. Где там удушающие у нас? Лесная МГП, блядь. Как заебали отключать дохнуть, нахуй. Вы чё не видите, блядь? Без одна и то же. Удушающие здесь. Быстрее добейте. Удушающие добиваем. Пошли за квадратиком потом. Портала заходим. Полностью вылетел. Хорошо. Банан, дашь БР по Грейснайпу. Все порталы зашли? Да. Все порталы зашли. Ну, нормально, сейчас можем снести неплохо. Удушающий, помогите. Где-где-где? Тыкайте, где удушающий сразу. Все, уже убили. Хаспоты можно пить каждые две комнаты, поэтому пейте хаспоты, они обновляются. Готовьтесь. Вышли. Сразу по меткам скидывайтесь там. Ну все, хорошо, мы переведем 100%. Отошли от лучей. Угу. Лучи, ребята, аккуратно. А, снова кто-то пробежался, получил. Урон не получил. Или это был пэт просто чей-то. Сбежались. По удушающим играем. Быстрее, быстрее. Лучи, лучи, лучи. Заходим в портал. Заходите, ребят. Так, один портал свободный еще. Зайдите кто-нибудь, любой дэшер. Вот там идет. Давай, сплин, набегай. Душа счастливить. Все, все 10 человек, да? Нету, ну, мы больше пронесем, нормально. Тяжелое, вначале все туда бежим, против часовой стрелки назад. Двигаемся. Быстрее. Там еще удушающую, это разлагающую делить надо. Медики, как выйти с портала, сразу по разлагающим сыграете. Не успеваем. Если что, тяжелое, прям там, где вы будете выпрыгивать аккуратно. Да-да-да. Быстренько добивайте еще пульсу. Мы можем чуть-чуть стопнуть. Стопнули ДПС. 50 у тяжелого. Стопнули, все стопнули. Стопнули. Полпроцента. Выходите, все, выходите, выходите. Не бейте большое. Отошли от большого сразу вправо. Играем по разлагающей, еще остался последнее. Все, все, отвернулись. Отвернулись. Бейте все разлагающие. Кидал всяких. Ну, этих больших тоже надо. Все отлично. Все, возвращайтесь в рейд. Вернулись в босса. Так, сдавайте Геру, я следующий мастер ауру, потом Корнеас. Пытаются, вернулись. Так, Корнеас, у тебя, да? Да, я дам следующий. Отвернулись. Отвернулись. Сало. Готовьтесь. Отвернулись. Отвернулись.
Освобождаю, да. Ну, Джами, вставай. Занулись. Блядь, в эфире. Суки, БРФ не то. Карна, встретил с вашей. Зину успел дать идеально. Что ты говоришь? Третья аура у меня. А ты нормишь. Успел Индер, говорю, дать идеально. Дайте пристабав хотя бы. Пристабав и дух дайте вам, да. Мак баф. Сейчас дам. Вернулись. Вернулись. Сейчас какой-то 4%. На следующую я дам уже мастер. Угу. Забрать. Что там вы уже? Когда вы добьете? Давайте. Лям остался. Добиваем уже почти. Сыпется. Так, все, вот. Погнали быстренько на первый этаж, пока этот Бьерн распределяет. Бля, сапоги когда-то выпадут вообще. Они вообще падали? А одни падали, я помню. Ну, бля, сука. Куда вы там рассматриваете лут? Быстрее, на первый этаж. Нам нужно до половины успеть. Так, а ну, три не на базу. Чантер, надо? Ну чё, как она тебе? Неплохо, ну, намного лучше стало. Ну, да, намного лучше стало, поэтому ты сдох, блядь, под лучом. Я тогда как раз таки смотрю, что он двигается на меня, и сразу сдернулся. Донт, начисли ГП Г-снайпу и этому Лайтлу. Да за что? Я двинулся. Посмотри, блядь, стрим, нахуй, я видел, как ты двигался. С жопой, блядь, когда луч тебя идет, ты жопой идешь. Че, никому не надо чантера? Порол. А что там ролится? Да у всех уже есть это. Есть, да. Смотрите, этот, типа, следующий контент намного проще, чем у льда. И там, типа, будет слаг, и будете слакать, там будет ГП еще жестче лететь. А там что, там же кубы прожать, и что там на груле? А да, там вообще нету тактики. И как ну да. На груле... Ну, типа, я о том, что РЛом будет время, когда следить. Ну да. Там на груле эти короли какие-то в обычке, эти что ж простые вроде. Да, там все простое. На груле только там может танку нужно этот и миликом разбежаться. Ну и сакры вовремя сдать. Тринка хилы. Хорошо, тринка стать. Говна, если честно. Хилы, мейн спек. Банан. Тебя, идеально тебя будешь забрать тринку эту? Да нет, зачем? Банан мейн код. А, мейн код. Хапало, может. Да что-то не меняется. А вы когда я хожу, я хожу килом. Хапало это тренинг не идет вообще. Я котом не хожу почти, так что... Так, я первый собью, я первый собью. Нет, по правилам, тебе заметка кто у тебя есть. Кот, кот. Все, все. Ну я скажу килом, типа. Ну слушай, типа, так, типа, ну, ты можешь договориться, что, типа, ты можешь поменять там, но условно о том, что, типа, ты ходишь с одним спеком, а потом... А если ты, ну, меняешь мейн-спект и ОД у тебя срезается? О, тебе этот ЕП срезаться даже? Пока нет. Ну, по необходимости. У нас же друг хватает, в принципе. У нас как раз мог бы пойти в хили сегодня. У меня есть еще тоже жир, друг, есть, если вдруг что случится. Так, первый с, этот... Кто у нас? Сильваныч, ты первый стан даешь? Есть стан? Забаньте одного. Хилы, вроде. Надо кому хилам? На успех. Да, конечно, ГС можно. Сбейте, блять. А за что мне начислять? Донты начислены. Я первый сдох из-за того, что кошак начал пиздить большого моба и сдохли кастеры. Некоторые. Дон себе дал. В чем проблема? Можно нальчик полистать, если не видел.
О, дрыщик всех передамажил снова. Красава. Вудлик, что-то дрыщ с помойными тринями на каждом боссе тебя передамаживает. А что Вудлик не играть умеет? Просто у дрыща появился крутой тренер. Нет, да не только на этом. Он тебя еще. Коуч. Еще появился. Ты говори коуч современный. Коуч. Плохо. Гуру, блин. Так, Гудлик, слушай, ну какие-то такие оправдания, прохладные довольно. Да я же говорю, вы кикать будете, не? Так. Я пытался. А зачем нам бить манекен, если бить нужно боссов, которые движутся? Типа, боссов манекенов в Ульдуаре нету. Какой смысл бить манекен сильно, но если нужно бить в движении сильно? Вот сейчас Мактеридол будет, там вот манекен там, блядь, потести свой ДПС. Ну дайте ему собрать все, ребят. Конечно, ДПС эти классно, но... Не, гриснайп, ну то есть, поэтому вопросу, вот если не веришь, посмотри, есть журнал и ПКП, если есть этот дом. Можешь посмотреть, сколько ему давал ГП. Так, Гудлик, пить припота это по-твоему нечестно? А Банану начислил ГП за то, что он отсвежил это, вот, дошел, из-за этого мы его сдохли. Слушай, да уже давно известно, что Гудлик дамажит языком. Опа. А у него достаточно неплохой ДПС. То есть он в рэп-баттлах участвовал? Нет. Смотри, как загорелся сразу. А сейчас вот Гудлич выйдет 10, блядь. Ох, будешь ты у меня по DPS ниже аккаунта. Так 24 будешь, не? Не, ты файра будешь делать. 24, 20-10 у меня будет. Файре, конечно. Ну ладно. Конечно, еще не скоро выйдет, блядь. Через вот как минимум целка выйдет тут только. Не, ну может чуть быстрее. Вот. Ну плюс-минус, да, я так тоже думаю. Этот, фулл рипов дай. Танк, возьми фаер ауру. Мы с Корнесом меняемся на этот. Все, у тебя Корнес, встреча. Рыбку поставьте кто-нибудь. Ладно, я поставлю с специями. Со специями правая, которая кушает ее. Кубов, хоть рыба и плохая, но, пожалуйста, не сиди на ней попой. О, ты рад так меня видеть, да? Все, Арчина, давайте два босса. С 15 за 10 мы должны успеть все убить тут. Блять, настойки нету. Как выпить что-то? Да нету я, блядь, три этих выпил нахуй. Ну это ГП. Я считаю, да, по-моему, ГП. А ладно. Встали в мелизону, Геру дали. Что происходит, пацаны? В смысле, что происходит? А почему лицом к нам? Полная жопа происходит. А кто у нас, блядь, танчит вообще? Хуй его знает. Чел Иваныч должен танчить. Ой, блядь. Слушай, он вернул как-то неудачно. Я не знаю. Зачем ему два раза? А, ну, байфлей два. Я готов. Интересно, он и выйдется. Ну, бежать далеко просто, потому что до верха по-любому надо забегать. Заходите, давайте, быстрее. Падайте быстрее, скорее. Да, смотри, как он чаржнулся. Это был вообще какой-то жесткий мув. Доходка Майкл Джексона. Ну, кстати, в смысле, блядь, за клевую, но... Ну, реально твой косяк сейчас был. Обвиняй себя, а не людям, которые ГП тебе дают. Все правильно мы делаем.
Вообще, я вроде как... Вроде как вот это, когда начали бить, когда ульдузис открыли, ну, никто его на офе не бил так. Ну, я не знаю, как было на офе, но это эксплойт. Или это баг, или эксплойт. Ну да, да, ну типа, оно так не должно быть. То есть мобы не должны плавать. Они фактически плавают, то есть из них только босс косты дает, а мобы, которые дворфы, которых надо раскалять в лужу до 10 стаков и раскалывать, когда они в озеро зайдут, они просто плавают. А мы сначала... Плавают. Да, но мы сначала били по тактике, типа... Там она ничего работает, сложного, по тактике бить вообще ничего сложного нет. Просто один РДДшник должен их раскалывать, вот и все. Ну, в целом, типа, это лишняя работа. Можно просто затуннелить. Но зато такого вайпа бы не было. Ну, нет, тут, типа, босс, ты видел, он, Сильванович его то ли глубоко затянул в лужу, то ли еще что-то, он, и он видать, провалился. Он, когда выныривал, видать, он, ну, он через центр модельки босса проплыл, и ты босс... Ты понял? Ты, короче, ты просто, ну, не заводи его глубоко, стой где-то вот здесь, и все. Вот здесь я стою, вот примерно здесь вот стой, да, и все. Да, вот здесь тоже можно. Ладно, то сними, наверное, с него ГП. Что-то самое, потому что, по сути, не его, он просто, блядь, туда внырнул, блядь, и тунул в рейд, повернулся. Ну, да мне кажется, его столько хилов так можно заоверхилить, что можно даже в воде не стоять. Так, да, я говорил вам 100 раз это, типа, что давайте проверим, типа, что можно просто его держать в том месте, где он стоит, в луже танк будет стоять. А вы говорите, вайпаться, вайпаться. Нет, еще нет. Там оба 3 выйдет, и все. Ну что, давай, давай так и сделаем, что, погнали. Да нет, пускай уже. Я не хочу быть виноватым. Да не, ну на самом деле лужа не так дамажит сильно. Я знаю. Я тебе показал ямку. Все, не флудите, Азихантер готов, Иванович. Уманить. Опа. Тыкните. Девочку мою суманим. Солнышко мое. Где ты там? Гудлик, девочка? Моя. Ну что там, принимаешь? Тут рыбка стоит для тебя. Секунду. Гудлик, давай нахуй сейчас это самое. Тебе ГП в ебу, блядь, за ожидание нахуй. Мы сидим, ждем, мне уйти надо, блядь. 10 минут времени осталось у меня, даже 7. Принимай быстрее сумму. Все, пуляем нахуй. ГП. Стой. Пуляй. Три часа, блядь, ждать нахуй этого Гудлика, блядь. Давай же не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Закалит оружие, которым был завоёван этот мир. На пул издали. Всё, Сливан ещё так не веди вот это. Вот, стой тут вот. И воду его ебалом поверни, и всё. Геру дайте. Кто-нибудь ещё Геру умеет давать? О, всё. Есть. Там скринес, у тебя мастер. И освобождай. Ну, я дурачок получается. Не, здесь не прокилли, походу. Но да, сложила всего. Он просто не подошел обратно, вот. Бери рот. Я виноват. А чего не прокиливайся, людей? Скопшу, блядь. Получается слабые. Да он просто дышать начал после того, как повернулся, а он, оказывается, типа я перед лицом оказался. Что этого дыхания не прохилили? На предыдущем поле. Есть мастеров? Да. Следующего нету. Следующего нету. На пул сдали? Батя, просто играю в 0 FPS, прикольно. Стоп-тест. А что это за ДПС? У меня пишут, что Кобоб 18, Фейп 21, Невер 17. Ну, Кобоб упал с дрищом.
Ну да. А у меня почему-то их показывают они на первом месте. Ну вот так вот, ребята. Ну это у тебя. А, все, забагалось, я понял. Да не, все правильно, учитесь, пацаны, мертвые. Дон, распетри лут, пожалуйста. Мне мут. А ну, линканите этот, фулл ДПС по боссу. Че там сейчас это? Порол, рольте просто. Девяточка, неплохо. Ну, Гудлик на шестом, Гудлик, не так уж и сильно. Ну, если что, скидывай все фейки. Бафа Фрейда, если что. Я транс возьму себе. Да. ДПС языком. А он понял, он полетел, типа, взять какой-то припод из этого. Да, я хотел унизить всех. Не успел. Да это карма, видишь? Тебе не нужно соревноваться с нами, мы же братья, блин. Ты, тебе не должен быть лучше нас. Мог ты бы должен просто быть попросить один из нас. Припод, брат. Эх. Но все равно ты ДПС языком. Сказал Неверс 6к ДПС, да. Как бы нет, посмотри чат выше. Все, поехали, Дон, давай, иди там. Бегаешь, запускай босса. Идеально, если что, потыкаешь гарпуны. Да, он у нас два хила всего, пускай лучше потыкает какой-то бесполезный человек. Давайте не обострёмся, пацаны. Банан, типа? Банан, не обижайся, это шутка. Я потыкаю сам. В каждой шутке есть доля шутки. Да, я бесполезно вредить, потому что я потыкаю. И, кстати, да, тебе будет проще, не нужно анонсить, кому тыкать. А я за раз всех тыкну, да и все. Хочу посох легендарный. А сколько осколков выпало на этом когда? Три? Три всего, да. Ну вообще глушка. Жопа. Вообще слишком жопа. Много. А здесь, ну типа, это какие-то, какими-то кстати, волнами. Кстати, на прошлом КД сколько этому упало, блядь? Пять еще штук упало этому. Пять. Нет, этому, вторым рейдом, когда тинка рейдом пошел. А, четыре вроде. Выйду. 4 войны. Ну а у нас в прошлом упало 5. Ну так подождите. А на этом КД здесь упало всего 2 осколка или один войд у тебя? 2. Лужа. Ну там вообще повезло, ну, с обычных режимов. Я потыкаю банан на дебей. Ой, идеально. Дебей ветка. Слушайте, а это мы еще вайпались полчаса на Мемероне и собирались долго. В целом мы за 3 часа, за 2.5 будем проносить фулл хэм, если нормальный состав. Ну, с учетом того, что у нас 2 новеньких, не были ни разу. Ну да, в принципе, за 1 часов бы закончили бы, кстати. Это тоже. Я больше не хочу ходить паладином, мне неприятно быть на последнем строчке в аккаунте. Да все еще наладится. Я чувствую себя униженным. Да как все наладится? Готовьте Геру на скд, так что так добьем. А, то не, мне можете дать Геру, ребят, нормально. Да, павшим Геру, да? Они сломали крылья, они сломали печать повиновения. И как после этого может что-то наладиться? Когда-нибудь Миюри пересядет на паладина и его вылечат. Понял. Yeah. Да не, ну нет. Это полная хуйня. Ну ты типа, бля, я на каждом боссе смотрю, типа я на последнем месте. Я даже там, где я могу накрутить. Еще не, раз. Ну, шоу уж там ДПСил нормально вроде бы. Это до нерфа было, все до нерфа было. По нерфили на этом КД вот. Шоу ДПСил на 2 КД назад. 1%. Сука. Ну вы слава. Да ну нахуй, блядь. Че, блядь, сука там нахуй, я на 6 месте. Ты, подождите, мы перевели, в смысле. Нет. Но она сядет и не взлетит больше, но она взлетела. Написано срочно. Написано на ману срочно залететь идеально. А что, он не сядет сейчас? Не. Залез, давай, гад. Банан, иннер кинь идеального. Угу. Я тоже закинул. Файер здесь поставьте его рощу. Это все Гудлик без припота. Припоты нужны были, да. А ну, у кого-то никто не выпил. Смотрим. Я не выпил. Ну покажи, кто не выпил. Я выпил. Я не знаю, у меня детейлса нету. Фейк, а чё тебя в рекаунте не вижу? Так нет, вы линканите не по трэшу, а поэтому... Так по боссу. Я говорю, я в топ-6 вышел. Гудика почти передамажил, кстати. А не, нихуя там, 12 000 мне передамажил.
А Гудлик просто ротацию в Т4 не знает. Чё, сейчас я камушки поставляю на крик, блядь. Крутые, там пиздец, блядь. У меня ещё бомжи камни, ещё шкурт не свалил. Говори, блядь, что ты... Надо было террорист моего перса давать, когда я в отпуске его на Apple там. Хорошая схема. Да хватит, у меня уже сова есть одна такая. С армией ждёт. Че ты его ждёшь? Это ты от армии ждёшь, получается. Нет, он с армии ждёт своего перса, типа. Или его перс ждёт его с армии. Бог. А прикиньте, Сиру закроете, пиздец. Пришёл такой с армии, блин, не твоя, нет. Потом. А вы где? А мы пошли на X5 играть. С горем, на цирк мы пошли. Все, садите босса. Да ну, цирк уже вообще супер плохой сервак. Ну да. На БК пойдем играть, ребят? На ЛК? На ЛК, на ОФ я по-любому его свалю. Локи все расколы дали? Я сдал только что. Но агро осталось. Как ты сдал? Да сука, я реально только что сдал. А, не, я на трэше сдался, нормально. А, ну все, все мои прожимки, все это у меня, блядь. Слушай, отдайте сальву, кто умеет. Я уже дал. Спасибо. Давайте, плюс осколок. Все, осколок минус, осколка нет у нас. Да, с них никогда осколок не падает. Ну, надо, кстати, в Дефюри упал с этого босса. Так, товарищ математик, посчитай, сколько мы убили. И да, 2000. 2000 ИП, да. Это фулл льда с фулл хэмами. В Дефюри звучит неплохо. Все, оставлю портал, там надо прекратить шторм. Замена потом не отпишется. Значит, что вам сейчас. Дискорд линкану, 5 минут подожду вас.